Так, мы сегодня обедаем в Мадриде. Второй день в Мадриде. В таком ресторанчике Овалино. Вот, заказали два салата из помидор и вот такой микс салат по 9 евро. Очень вкусный хлеб, кстати. Очень вкусный хлеб. Пиво бутылочное Estrella Galicia 4 евро, а разливное пиво 3 евро. Немножко здесь стучат ребята, работают, но, в общем, как есть. Итак, основные блюда у нас. Я сегодня возьму замбуринос. Вот, вот гребешок в ракушке, 25 евро. И у меня пульпо а ла галлега. В общем, галисийский осьминог, который стоит 25. Замбуриносы по 22, а пульпо по 25. Будем кушать осьминогов и ракушек. Даша заказала себе... А вот она смеется с моего испанского, которое я никогда не учил. Вот, и мы будем... Даша заказала стейк. Вот, когда принесут это все, я сниму. Маленькая история вот про эту вот такую коробочку. В этой коробочке свернута картина Босха. Боже, как же она называется? Опять я забыл, как называется картина Босха. Что-то с райским связано. Днем? Нет. С наслаждением. Даша, ты помнишь? Даша тоже забыла. В общем, почему я купил эту картину? Это репродукция возле музея Дель Прадо. Потому что я думаю, что все-таки Сальвадор Дали черпал из нее свои идеи. И я думаю, что вообще Босх был родоначальником сюрреализма в 1450 году. Даша смеется, и она ушла. Вот, потом говорит, давай заново. Не буду я заново, потому что у меня вдохновение. Вот, вчера эта картина такая же вместе с Пикассо была куплена. Две картины стоили 100 евро. Вот, но мы их где-то вчера посеяли. Перед походом на танец фламенко мы обнаружили, что мы ее где-то забыли. Возможно, мы забыли ее на рынке. Вот, и когда мы туда вернулись, ее там не было. Поэтому ничего не забывайте в Мадриде. Это вам не Алания. В Алании можно что-то забыть, и это не заберут. А в Мадриде все, в общем, помыли. Итак, пришлось сегодня купить второй раз ту же самую картину за 70 евро. А Пабло Пикассо уже не было. Значит, будем его искать где-то дальше. Здесь гремят, стучат. Заканчиваю. Будем сейчас кушать салаты и ждать наших основных блюд.